Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. К нам на Урал пришла, ну прям настоящая весна. Все везде бежит, грязная. Снег тает. Тает вместе с асфальтом. Все уплывает. На дорогах просто ямы, как будто их выкопали. Не знаю, там пришли люди и забрали щебень ведрами. И вот едем за такими цыплятами породы Браун Ник. Нашел ее в интернете недалеко. По описаниям эта порода заявлена просто самая лучшая несушка в мире. Дает чуть ли не 400 яиц за год. Но это все проверим. Писать можно много. Я люблю все проверять на собственном опыте. Если есть действительно что-то положительное или отрицательное в них, я это обязательно сниму и выложу, чтобы другие тоже посмотрели. Пойдем за новыми цыплятками. Приехали к месту назначения. Коробка. Видишь, какая красивая птичка? Видишь, какой красивый хвостик? У девочки педеньки еще нет. Вот. Так, что, в общем, я вам рассказываю, это Браун Ник. Браты они на племзаводе. То есть они не помешаны ни с какой породой, ни с мохнатыми там рамами, ни с хинами. Они вот чисто вот такие вот породистые девки, которые чисто на яйцо, не на красоту, а на яйцо. Вот цыпляток привезли домой. Такие вот они смешные. Таких мелких я взял первый раз. Да и вообще в этом году первый раз решился на содержание птички. Посмотрим, как они будут жить. Посадим их в клетку, где жили до этого брестгальские птички. Здесь я им уже положил ракушку и мел, водичка, и вот там лежит уже для них комбикорм. Вот так вот все новое семейство переехало, пускай здесь живут. Здесь еще светит инфракрасная лампа, пускай под ней сидят. Все равно для меня на вид они еще очень маленькие, чтобы не замерзли, так им, думаю, будет проще. Вот такой Браун Ник. Будем смотреть, как они растут. И делиться опытом и впечатлениями, какие они будут, положительные либо отрицательные. Кому нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, братцы. До новых видео.